Каким бы ни был «Зенит» убогим... «Спартак», вот-вот, свиньи. Полезем, перелезем, если охранник не заметит, то мы пойдем на стадион. Всегда «Зениту» подсуживают. Это очередной выпуск «Мяч над пропастью». Сегодня не будет ни Загиботов, ни Алины Загитовой просто, ни даже конька на столе. Я не могу кататься, у меня конек сломан. Сегодня мы возвращаемся, собственно, к мячу. И зачем-то меня, Антона Кудинова, Александр Ковокин, притащил на этот уже никому не нужный стадион, где то ли легкая атлетика, то ли регби, а футбола давным-давно нет. Какая красота! Здесь все пропитано, вот «Зенит-Спартак». Какая здесь, разница, здесь, да, если мы хотим снять выпуск про «Зенит-Спартак», что мы делаем здесь вообще? Здесь все закладывалось, противостояние, потому что в советские времена его не было. «Зенит» был слишком слаб супротив «Спартака», был один всплеск такой в 84-м году. Вот. А в 90-е уже начало закладываться антагонизм, потому что ушел Киев, у «Спартака» не было главного соперника, и Питеру хотелось бросить перчатку, там бросали каждый год. Я погуглил, но... «Спартак» в городе, слово ругательное, я могу вам даже показать, я специально сохранил. Вот, в Петербурге «Спартак», вот-вот, свиньи, слово ругательное. Это придумали все понаехавшие здесь. «Спартак» всегда в Питере относились по-доброму, потому что был баскетбольный «Спартак». Вон, видишь, Юбик? Да. Вот. В свое время тоже там были руководители «Спартака», говорят, давайте поменяем название. Говорят, не, ну нельзя, ну это Кондрашин, Белов, история. Давайте тогда цвета поменяем. Не, ну что, ребята, ну как красно-белая история. И тогда нормально, болели в баскетболе за «Спартак», в футболе за «Зенит». Само слово не вызывало никакой такой жесткой антипатии. Сейчас если слышат «Спартак», все, «Спартак», уничтожить. И не было такого. Были как-то добрее относились. Да, в футболе «Спартак» всегда был соперником. Но какое-то вот слово «Спартак» не вызывало такой вражды, антагонизма, именно само слово. Павел Федорович Садырин, самый лучший тренер в мире, «Спартак» уж точно не любил. Вот смотри, у меня тоже есть такая штука, чьими рабами вы стали, которым вы поклоняетесь и говорите, телефон, телефон, не уходи от меня. Вот, смотри, я вот нашел сегодня фразу. Вот 96-й год ты вспоминал матч? Да. Был «Зенит-Спартак» здесь, и перед матчем Павел Федорович в интервью «Спортэкспрессу», это документально есть, ты можешь это погуглить, пояндексить, что угодно, сказал, я не испытываю к «Спартаку» никакой вражды и отношусь к нему так же, как ко всем остальным столичным и нестоличным клубам. Да, он испытывал антипатию к Олегу Романцеву, не скрывал ее, но на «Спартак» не переносил. Но он хороший. Ну как я могу его выгнать? Ну он хороший. Садырин не был врагом «Спартака». Он был противником «Романцева». Mm-hmm. Ему было за что его не любить. Но «Спартак» он воспринял просто как соперника. Да, он сказал так, свою знаменитую фразу: «Хочу выйти в высшую лигу и обыграть «Спартак». А я, знаете, я вам могу сказать, я могу это, я даже, как говорится, не стесняюсь этого. Я и пошел в «Зенит» для того, чтобы выйти в высшую лигу и обыграть «Романцева». Или кого там, я не знаю, кто там будет в «Спартаке». Просто, чтобы сыграть со «Спартаком». Ну, хорошо. Это прекрасный эпатаж, не более чем. Это была продуманная, заранее подготовленная акция. Просто сказал, да, и все, и сказал, и сказал. Один матч выиграл, один проиграл. При странных обстоятельствах, при странных. Вот. Но, тем не менее, Садырин никогда после этого не сказал. Да, он не очень, может, относился тепло, но и как врагом быть. Тоже, я помню, была пресс-конференция, 97-й год, ЦСКА «Спартак». Сыграли 0-0, «Спартак» потерял 2 очка, и Садырин на пресс-конференции бросил журналистам: «Да не переживайте, будет ваш «Спартак» чемпион». Ваше поколение сейчас придумало какой-то новый такой термин, как говорится, супротив нас, олдов, «дерби двух столиц», такое высокопарное, над чем в Москве, кстати, смеются. Не смешно! Не поняли, да? Потому что, ну, как-то никогда до этого не приносили это. У вас, ваше поколение любит не придумать что-то новое, а взять старое и назвать его на новый манер. Хорошее дерби двух столиц, хороший бренд.
Вон в хоккее есть зеленое дерби. Ну, есть одна столица в Москве, говорит, одна столица. Кстати, знаешь, один город, одна команда. Кстати, знаешь, почему Питер перестал быть столицей? Так. Потому что большевики испугались настроение, да, и утащили в Москву, что испугались, что там всех обратно все крутанется маятник. Вот, и с тех пор Питер стал просто культурной столицей, какой угодно, но неофициальной, неофициальной. Вот, у меня лично, как у петербуржца в пятом поколении, вот, это не вызывает никакой антипатии, ничего, я спокойно к этому отношусь. Что Питер не столица? Да, и то, что там... Спокойно, даже это лучше, к лучшему. Вот. А, но вот дерби двух столиц, этот термин, он вообще, ну сколько ему, лет 5-6, пацана было как-то обозвать это противостояние. Ну что там, возвращается русская. Вообще дерби – это команда одного города. Но «Зенит-Спартак» никак не одного города. Спокойно без этого обходились, спокойно проходили матчи без всех дерби двух столиц. Вот смотри, мы сейчас стоим на мосту. Так. Мы сейчас стоим на мосту. Когда «Зенит» играл в Еврокубках, первые матчи, и «Спартак» – это все время стандартно вызывало ажиотаж с покупкой билетов. Билеты, как ваше поколение любит, никто не заказывал по... Я в свое время заказывал. Единственный раз, когда я ходил сюда на Еврокубки по билету, я пришел вот туда за юбилейный офис. Это уже позже было. И там купил. Тут никогда стоять уже не надо было. Это все, это... Не было этого, вы врете мне. А тут приезжали люди и выстраивались вот такие большие очереди вот в эти четыре кассы. Когда играл в «Спартак», всегда было забито здесь. Рядом ходили жучки. Жучки. Перекупы. Вот так вот. Вот ты стоишь в кассу, подходил так. Дядя и говорил, билет не нужен, средний сектор. А ты говорил, не, не нужен, я куплю. Он смеялся тебе в лицо, шел, обходил эту кассу, забирал билеты и шел дальше торговать. Так вот, и вот здесь выстраивалась очередь жаждущих людей. Я сам видел моменты, когда люди покупали билеты вот в той кассе и не могли выйти, их на руках выносили. Вот, я раза два ходил, не смог попасть на «Спартак» по билету, ну не то, что плакал, но очень расстраивался. Вот, вот здесь стояли очереди, вот смотри, ты видишь тени этих людей? Вот они снова с нами, вот, мои мужчины стоят, вот женщина, девочка, вот. Можно идти, кто последний, кто последний? И после этого наше поколение еще много что придумывает. Я последний. А теперь решайте сами, что это? Бред сумасшедшего, старческий маразм, уехавший кукуха. Я последний. Я... И вот это не так, как вы. Посидели дома, выбрали все мягкие сиденья. Пришел с телефона, показал, тебе отсканировали QR-код, зашел, никаких очередей. А там подходили, вам на какое место? Ну, мне такое-то, подбирал примерно это место. Вот, дай бог, чтобы еще было. Но «Спартак» не всегда еще находились, думали, хоть какой бы сектор попасть. Вот. Но дерби двух столиц никогда не использовали. Просто главный матч для Питера был, главный матч в сезоне. Каким бы ни был «Зенит» убогим, всегда на нем был аншлаг. Ну да, пусть супротив «Газпром-арены» стадион поменьше, сколько он, 23 тысячи, 25, но... 25, еще даже поменьше. 25 вот максимум был в 96-м году. Там все забилось, вообще все битком насквозь. Последний сезон, по-моему, 17,5 вот. Он мог вмещать, исходя из всех. Вот, дерби двух столиц. И никакого дерби не было, и сейчас не надо. Придумайте что-то посвежее. В чем мы должны придумывать? Потому что вы идете вперед. Вам жить! Вам! Мы придумали дерби двух столиц. Нам нравится. Я пойду, моя очередь подходит. Успехов! Вот что вот точно вы мне не возразите, что вот болельщики вот здесь вот прям вираж всегда были недовольны, всегда, когда кто-то переходил из «Зенита» в «Спартак». Враки! Враки! Подождите, а Владимир Быстров, там, конечно, не кидали свиных голов, но все вот эти баннеры, ненависть... Быстров один случай, один. Ладно, Панов сейчас начал болеть за «Спартак». Человек забивал важные голы. А сейчас все его там убили у стадиона на Крестовском. Фу! Стыд! Панов, стыд! Просто позор! Позор! Стыд! Позорник! Кошмар! Вот смотри, вот мы стоим у забора, да? Забор – это как бы символ, он отделяет нас. То есть, если мы полезем, перелезем, не если надо, охранник не заметит, надо. То мы пойдем на стадион. Вот у каждого «Зенитовца» был свой забор, переходить в «Спартак» или нет. Панов рассказывал мне, что
Бесплатно или за 500 рублей? Нет, бесплатно. Бесплатно, это хорошо. Вот. Рассказывал, что ему предлагали перейти в «Спартак» тогда в 99-м году, но он отказался, потому что он зенитовец, он патриот, хотя в деньгах, я думаю, он бы выиграл. Скорее Карьера всего. Могла сложиться лучше, в Лиге чемпионов бы засветился. Но он не ушел. А сейчас он просто живет в Москве, ну вот он захотел болеть за «Спартак». Но его не поняли, да, сейчас. Раньше просто люди были более толерантными, вроде более понимающими. Вот, например, был такой футболист Радченко. Был, да, прекрасный. Ну, ушел футболист. Он из нищего «Зенита», ну, абсолютно нищий, ну, команда вылетела, никому не нужно тогда было в городе. Ушел в «Спартак», где играл в Еврокубке, стал чемпионом, уехал в Европу. В Испанию, почему да. нет? Нормально к нему относились, и до сих пор, и он сохранил теплоту к «Зениту», кстати, в отличие от Панова. Он вернулся в академию, да, работает да, до да, сих да. пор. Он до сих пор сохранил теплоту, сейчас он, кстати, занимается там выращиванием, фермером стал, да. Также могли стать спартаковцами Аршавин. Вот, Киржаков. Вместе их пачка хотел взять. Тоже тяжелый момент был для «Зенита». 2002 год, заваленный сезон. Приходит непонятно кто тренер, человек Питер Жел, его никто не знает, что за тренер, как. Тоже себе они ушли. Ну, покритиковали их, конечно, было очень жестко, было бы обидно, но тоже в душе было понятно, потому что у людей была возможность прогрессировать. Тогда «Спартак» стоял выше «Зенита». Ну, о чем говорить? Тогда еще стоял, последние годы были. Без вас «Спартак» 16 лет не мог стать чемпионом. Сколько теперь «Спартак» будет ждать очередного чемпионства? Ну, я не знаю. Сейчас, вот сейчас если взять, Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит». Ну и... да, ему до сих пор припоминают. И на сборной даже припоминают. Хорошо, если из «Зенита» кто уйдет вот сейчас? Я не знаю, кто уйдет из «Зенита»? Ерохин уйдет. Ерохин, слава богу. Дальше там. Ну нет сейчас вообще в «Зените» одного игрока, который бы ушел в «Спартак», и по нему бы сказали: предатель, все, забыть, расторзать. Нет такого. Ну, Михаил Киржаков уйдет из «Зенита» в «Спартак». Михаил Киржаков, он, видишь, благодаря травме Лунева стал основным. Он тоже удивительная судьба. Человек переподписывает контракт все время на один год. Его переподписывают как бэкапа, да, хоккейным языком. А он под Лигу чемпионов все время становится основным. Играет большую часть матчей, выгружает. Вот судьба, да? А тоже все помотался по стране. Ну, сейчас круговой, да, питерский воспитанник. Да. Вот, да, может, Марнишка, если уйдет в «Спартак», да. Немножко покричат, поговорят, не более. Но я думаю, кругового забора-то хороший. Смотри, стадион уже не футбольный, конечно, но была тут история после одного из матчей «Зенит-Спартак», очень скандального такого по судейству. У них всегда, у «Зенита», тот момент был офис здесь, а матчи здесь. И Максим Львович Митрофанов, тогда далеко не последний человек, после игр часто прогуливался вот так, пешочком до офиса. И я помню, после матча одного «Зенит-Спартак» его останавливали: скандальное судейство, скандально. Говорю: нет, нет, ничего, все хорошо, судья, наверное, был прав, ему же виднее. Вот. И после каждого матча, вот с тех пор, и до, и после, всегда «Зениту» подсуживают. А почему-то. «Спартак» убивают, да? «Спартак» убивают, да, конечно. Вообще, я предлагаю организовать хэштег «Судите Спартак как Зенит», и мы будем чемпионами. «Спартак» слишком много помогали судьи до этого. Вот. Тоже можно, знаешь, всегда надо собирать кучу историй, когда «Спартак» тянули, ошибались в его пользу. Вот. Я могу даже навскидку, вот сейчас две истории сразу вспомнить. Ну, давайте. В 98-м году «Спартак» натянул «Аякс» в Кубке УЕФА на выезде. Герои! Московская пресса захлебывалась в восторге. И они приезжают в Питер. Такому серенькому «Зениту» бышится, там вообще без нападающих. Вот. И тут «Зенит» дает бой. Момент, идет прострел вот на эти ворота, на ближайшие. И Мирослав Ромащенко берет просто рукой вот так по волейбольному, убивает мяч. Все это видят, а судья абсолютно спокойно закрывает глаза. В перерыве, говорят, Мутко ходил к нему в судейскую, кричал: да вы что творите? Я тут вообще, да, разберемся. Вот, и во втором тайме судья поставил такой спор на пенальти ворота «Спартака», и «Зенит» выиграл 2-1. Ну вот, пожалуйста. В 2001 году сорвался болельщик с трибуны и побежал за судьей, который откровенно принимал странные решения. Просто, даже был потом такое стихотворение: бежал судья быстрее лани. Вот бежит болельщик и за судьей. Судья от него. Не то, что там вступил в переговоры. Не как Гулливер хотя бы. Как судья Данченко, да, не стал там объяснять. Нет, бежать. Вот. Но судья после этого судил очень хорошо. Ширко выгнал. Вот. И «Зенит» победил 11-10. Так что при желании можно себя нарыть
там мы, в общем-то, в принципе, ничего не можем сделать. Судейские ошибки – это часть игры. Я, кстати, сразу говорил, когда ВАР еще появился, одному своему коллеге говорю: слушай, ну теперь не судьи будут гнать, а наваровцев. Что если судью не подкупили, то значит с ВАРом поговорили. И так и получилось. У нас страна просто такая, мы никому ничего не доверяем, а власти вдвойне. Я думаю, что «Зенит» выиграет 2-0, 2 забьет Дзюба. Опять не будет праздновать. И опять не будет праздновать. А, мне кажется, будет 1-1, скорее всего. И один гол обязательно с пенальти, либо будет не забитый. Пенальти, и потом опять будут говорить, что кто-то кому-то послужил, скорее всего, «Зениту». Ну, правильно, надо же о чем-то говорить. Российский футбол, он такой и есть. Нашли пугало. Вот. А когда я здесь стоял в очереди, «Зенит» был всего лишь карабкался наверх, туда. Спартаку. И Спартак еще в Питере не был ругательным. Ну, дома я на моей памяти, сколько я в клубе, дома Спартак предоставить ничего себе не может. Нелепая игра в Москве, когда мы проиграли, были кадровые проблемы, плюс ребята были больны, поэтому на это можно сделать какой-то такой маленький, скажем так, отмазку. Поэтому, когда «Зенит» в форме, и не тяжело играть, особенно дома.